Девчонки, всем приветик! Начинаем очередную серию видео по шестому заводу. Это все та же коробка, которую никак мы не прикончим. Хочу напомнить, что это было наличие, которое мне дали показать вам. Все, что не выкупится, я верну на завод. Поэтому оплата должна быть довольно-таки в быстром темпе. И еще хочу напомнить, что при заказе, если вдруг вам не досталось, либо кольцо не того размера, цена будет уже выше. То есть это все было по скидке, по распродаже. Цена этих изделий при новом заказе будет выше. Значит, на сегодняшний день это номер, сейчас скажу вам, 1124. Шаблюль — это, не обращайте внимания, это просто на бирке написано, но это не шаблюль. 1124. Это сет. Мне очень нравится у Вовы тот факт, что очень удобно всегда один и тот же номер. И на серьги, и на кольцо, и на кулон. То есть очень легко найти все запчасти одного комплекта. К сожалению, остальные заводы почему-то так не делают. 1124 – это номер как бы сета. Французская петля. Английскую петлю здесь делать нельзя, сразу говорю. Золотая очень крупная напайка. И 18 размер кольца. Цепочка стандартная. Очень такая нежная. И мне нравится, что она гладкая, не цепляет кожу. Очень филигранно сделана шинка. И сейчас вам скажу цену. Значит, по ценам. 47 кулон, 61 кольцо, 69 серьги. Еще раз напоминаю, ребята, что это цена старая, только на этот набор. При заказе цена будет выше. Не намного, но тем не менее. Просто мое дело, как говорится, предупредить. Это у нас на сегодня видеокомплект номер один, который мы показываем. 1124. Так, девчонки, на сегодня комплект номер два. Он двойка, но, разумеется, на заводе можно попросить и кулон. Но вот у меня лежит в коробочке только две запчасти от него. Французская петля. Это друза агата, тонированная под серебро. И два фианитика по бокам. Кольцо 18, есть золотая напайка вокруг и серьги с французской петлей. Вот видно тыльная сторона друза. Тут немножко надо исправить. Наверное, этот чуть-чуть нужно выгнуть крючок, но это не проблема. Просто в коробочке, наверное, смялся чуть-чуть. Значит, 2279 это артикул комплекта 2279, кольцо 18 размер. Я его, конечно же, перепромерю. Да, 18. Очень красивая цена. Опять же, девчонки, то же самое. Сейчас вы это видите по цене старой. 51 долларов кольцо, 66 долларов серьги. Но при заказе такого же комплекта это будет стоить чуть-чуть дороже. Все комплекты можно делить, но, разумеется, если кто-то хочет забрать комплект целиком, у него приоритет. То есть он, даже если напишет мне позже, чем кто-то, кто захотел только кольцо или только серьги, я, разумеется, отдам весь сет. Напоминаю, что купить можно через WhatsApp, то есть написать мне в личку. Кто первый напишет, тому я и дам. Кто первый заплатит, тот и заберет, тоже как бы понятно. И оплата производится, если это по Израилю, бит, пейбокс, перевод на счет, наличка. Можно кредиткой, но это не имеет смысла при пейбоксе и бите, в принципе. Потому как кредитка берет проценты, а пейбокс и бит не берут.
Если это заграничные переводы, то девчонки Западной Европы PayPal Visa. Ну, не Visa, а в смысле любая кредитная карта. Если это по Украине, можно в гривнах. По России можно в рублях. Какие у нас еще опции? Ну вот, пока так. Девчонкам в Украину отправка за мой счет. Всем остальным девочки до сегодняшнего момента отправка была 8 долларов, но там что-то наша израильская почта опять ее подняла. Я, честно говоря, еще сама не знаю. Еще не внедрялась. Я посмотрю, что там у нас по пересылке. Может быть, такой вариант, что действительно чуть-чуть, капельку дороже стало. Это вообще бомбический комплект. Очень мне понравился. Это 1997 его артикул. Как вы видите, натуральная жемчужина, золотая напайка, фианитик каплевидной формы, кольцо тоже 18 размер. И такой же кулон. Такая красота. Цены. 86 серьги, кольцо 73 и 54 кулон. И хочу сказать, что опять же напомню, что при заказе, если не этот комплект конкретно, а новый, будет стоить чуть дороже. Очень красивые. Ну, моя любовь к круглому, как говорится. Вот он. Так, на меня напало солнце, которое мне прям в спину, что для съемки не очень хорошо. Или хорошо, но посмотрим, лучик поймаем. Так, это у нас комплект номер 3. Все эти комплекты я сегодня загружаю в каталог в WhatsApp. Там есть опция 500 фотографий. Вот я попытаюсь этим воспользоваться. Там будет цена полная с НДС в шекелях. Кого интересует, и номер фотография, и номер артикула. WhatsApp галерея. Нет, на солнце, конечно, прикольно снимать. Это 13-34. Нам предоставили только кулон и серьги. Кулон немножко крупнее, чем серьги. Сейчас я вот если закрою с собой солнце, вот наше стандартное освещение. Французская петля, очень много фианитов, золотая напайка, гранат натуральный. Еще раз хочу напомнить, что это у нас 13-34. Артикул кольцо тоже, конечно же, есть, просто вот в данной посылке есть только кулон и серьги. Девчонки, 96 долларов серьги, то есть тут очень много работы, много вручную вставленных фианитов, поэтому это как бы не может быть дешево. И кулон 69 долларов. То есть при заказе следующем этих серег имейте в виду, что это получается уже будет больше 100 долларов. Но опять же, это стоит того. Здесь много золота. Вот, напайка золотая. То есть это реальная стоимость этих изделий. WhatsApp я сразу считаю с НДС в шекелях, чтобы было удобно. Ну, на солнышке, как ты? Ну, вот так вот. Шестнадцать семьдесят восемь артикул. Здесь у нас тоже только серьги и кулон предоставлены.
И какая-то такая красота здесь вставлена вокруг граната. Честно скажу, я не знаю, это натуральные камни или это фианиты. Надо переспросить на заводе, потому что я получила всю эту коробку вместе, без описания. Ну, очень что-то красивое. Знаете, как классно смотрится. Она на солнце. А, все, солнце ушло. Солнце нам уже не подвластно в этом видео. Я так думаю, что у нас солнце будет блестеть офигенно. Значит, у нас золотая напайка овальная, французская петля с крючком. Ну, по цепочке понятно, она стандартная здесь во всех комплектах. Вот такая вот красотень. Красотень. Цена красотени 89,56. То есть 89 серьги, 56 кулон. 16,78 это артикул для заказа. При заказе будет чуть дороже. Я выгружаю фотографии в WhatsApp каталог. Я не знаю, как это работает, потому что там они еще должны разрешить почему-то. Если сегодня это разрешение будет, то будет видно в моем WhatsApp. Будут видно фотки с описанием и с ценами в шекелях с НДС. Пока не знаю, как это работает, поэтому посмотрим по ходу дела, что называется. Еще один комплект, такой более стилизованный под аутентичное израильское серебро, немножко с налетом йеменского искусства. Рассказывает, что когда сюда пришла Алия из Йемена, они с собой принесли также много вот своих украшений. И вот очень это напоминает. Так, это 10,22. У меня здесь только кулон и кольцо. Серега, я здесь не вижу. Значит, $74 и 69. Кулон 74, кольцо 69. Натуральная бирюза. Как вы знаете, бирюза израильская, прессованная из крупных кусков. Натуральной бирюзы 95%. Бирюза и 5% смолы, которую скрепляют. Вот даже видно, видите, что она состоит из таких вот крупных кусочков. Золотые напайки полосочкой. Тигра у меня тут гуляет на балконе и все время издает какие-то звуки. Тиги, чего ты? Тигруша. Гуляет, рассказывает, что она там унюхивает на балконе. Ветерочек там, солнышко, травки какие-то проросшие. Так, значит, по поводу, ребята, размера кольца, сейчас мы его определим, потому как я чувствую, что он будет побольше, чем я думаю. 19. 19. Вот такое ухо для цепочки. Вот такой интересный комплект. $74 кулон, 69 кольцо. Номер его еще раз 1022. Девчонки, извиняюсь за руки, в Японии очень сильно обветрились, поэтому выглядит сейчас не очень красиво, но работая над этим, смазываем, но пока это то, что есть.